Это короткое русское «хорошо» Жокована скажет еще не раз, глядя на пейзажи за окном. Бесконечные поля, поражающие воображение, размах и простор. Пейзаж за окном очень отличается, это притягивает. Друзья в Фейсбуке не ожидали, что будет так красиво. В невероятное путешествие по железной дороге с Дальнего Востока на Запад отправились журналисты, блогеры и представители туриндустрии страны восходящего солнца. В Екатеринбурге гостей встречают буквально на самом высоком уровне. Японские блогеры мгновенно достают телефоны и начинают прямую трансляцию в социальные сети. Тысячи фотографий и сотни лайков. И все это о российских регионах. Детский восторг делегации вызывает стелла на границе Европы и Азии. А еще знакомство с уникальным народным промыслом, с изерским фарфором. Все изделия расписываются вручную. И рассказ о первых демидовских станках, с которых и начиналась уральская металлургия. Didn't see it coming, but I don't mind. I don't mind.